Внимание, лошади в боксах. Участники приза министра сельского хозяйства Российской Федерации. Дан старт скачки. Самая дистанционная скачка дня. Прием выигрывает Royal Dream. Royal Dream повел. Сэр Дрейк вторым. На третьем месте Гроза Кубани. Далее Апокалипсис. Lionheart. 200 метров пройдено за 15,2 секунды. Лидирует Сэр Дрейк. На втором месте Royal Dream. Апокалипсис. Гроза Кубани. Lionheart. В левом повороте Сэр Дрейк впереди. Royal Dream вторым. Ну, а далее едут три лошади. Апокалипсис, Lionheart и Гроза Кубани. 500 метров пройдены за 38,6 секунды. Лошади первый раз выходят на старт-финишную прямую. Лидирует по бровке Сэр Дрейк. Royal Dream вторым. Апокалипсис, Lionheart и Гроза Кубани. Лидирует по-прежнему Сэр Дрейк, Royal Dream вторым. Участникам скачки предстоит преодолеть еще 2000 метров. Royal Dream выходит вперед, Сэр Дрейк на втором месте. Далее Апокалипсис, Гроза Кубани и Lionheart. 500 метров пройдены за 36,3 секунды. Участники скачки входят в правый поворот. Впереди Сэр Дрейк, вторым Royal Dream. На третьем месте Гроза Кубани, Апокалипсис, Lionheart. У отметки 1600 метров Сэр Дрейк впереди. Лошади выходят на противоположную прямую. Royal Dream на втором месте. 500 метров пройдены за 34,6 секунды. Ну а далее тройка лошадей. Апокалипсис, Lionheart и Гроза Кубани. Сэр Дрейк продолжает возглавлять. Royal Dream на втором месте. Апокалипсис, Lionheart и Гроза Кубани тут же. 1000 метров до финиша. Лидирует Сэр Дрейк. Компания начинает к нему приближаться. Royal Dream вторым. 500 метров пройдено за 37,3 секунды. Апокалипсис, Гроза Кубани, Lionheart замыкает. Впереди Сэр Дрейк. Сэр Дрейк не собирается сдаваться. Royal Dream вторым, но к нему накатывает Апокалипсис и Гроза Кубани. А вот Lionheart окончательно вышел из борьбы. За 500 метров до финиша впереди Сэр Дрейк. 500 метров пройдено за 35,8 секунды. Сэр Дрейк выводит компанию на финишную прямую. Апокалипсис буквально сжирает его и выходит вперед. Апокалипсис повел. Сэр Дрейк вторым. На третьем месте Гроза Кубани. Royal Dream четвертым. Далеко сзади Lionheart. И, по сути, уже ничто не может помешать Апокалипсису одержать победу в призе министра сельского хозяйства Российской Федерации. Скачку выигрывает Апокалипсис. Сэр Дрейк финиширует на втором месте. Гроза Кубани третий.